И пока он не прекратится, будет идти война. Мы не можем прекратить обороняться. Потому что наши солдаты погибают в терминале. Вот как только закончится штурм терминала, и мы прекратим тут же стрелять. Вот это дома и тёсь. Ты хочешь сказать, что это твои солдаты там погибают? Там погибают каратели, твари, негодяи. Это я тебе скажу в лицо открыто. Я тебе скажу, знаешь, что еще? Я уничтожу любого, блядь, который сюда придет с оружием в руках. Это моя земля. А дом моего отца. Моя земля, на которой я родился. На Петровке, на кольце. Да как может это сказать предатель после этого? Разрушен дом моего отца. Твоими же солдатами, понял? Твоими же солдатами разрушен.